Экспорт нефти из Ирана не окажет существенного влияния на мировые котировки цен, считают казахстанские экономисты. Ожидается, что после снятия эмбарго на рынок хлынет поток черного золота из Исламской Республики, что вызовет понижение ее стоимости. Иран при наличии спроса в течение 6-12 месяцев может достигнуть прежнего уровня добычи – 4 миллиона баррелей в сутки. При этом аналитики напоминают, что нефть из Ирана начнет поступать на уже переполненный рынок, поэтому значительного повышения стоимости не предвидится. По прогнозам экономистов, среднегодовые цены на самую популярную марку Brent сохранятся на уровне 58 долларов за баррель в этом году и 62 долларов в 2016. Казахстан в этом случае от ценовых скачков не пострадает, говорят экономисты Института стратегических исследований. При базовом сценарии особо негативного влияния на Казахстан не будет, поскольку вот ключевой шок, который был, он уже случился, то есть мировые цены на нефть уже упали. И поскольку они упали достаточно существенно до уровня, в которых сейчас стоят, с этих уровней я не думаю, что будет новое, столь же существенное падение, скажем, двукратное.